Всем привет, на связи SmokeFix. И сегодня в этом видео я научу вас выстраивать структуру анализа графика на финансовом рынке. То есть абсолютно начиная с самого нуля мы с вами будем выстраивать логику движения, будем обращать внимание на то, где набивался объем, почему происходило пробитие, почему происходил откат. То есть, по сути, это будет история всего этого движения. Для чего оно нужно, спросите вы. Если вы хотите наконец-то полностью разобраться, почему происходит в моменте времени движение вверх или вниз, вы должны знать историю этого движения, что здесь происходило. Поэтому готовьтесь, будет очень много аналитики, много анализа, по итогу вход в рынок, по итогу отработка. Готовьтесь. Здесь будет обучающий контент. В начале видео по стариночке, ребята, дайте сюда жизни, поставьте палец вверх, подпишитесь на мой YouTube-канал, ведь здесь вся правда про трейдинг. И давайте с вами приступать. Я думал сперва записать видео по своей торговой стратегии, где используется дополнительный софт, но... Вы знаете, дополнительный софт ⁇ это хорошо при анализе в автоматическом режиме, в формате выхода э, таких вот прогнозов, где есть процентное соотношение, но все-таки больше всего ценится это полное понимание и самостоятельный анализ. Есть люди, которые рассчитывают исключительно на то, что кто-то вместо них сможет им же помочь, но я вам советую самостоятельно все изучать, и я вам в этом помогу абсолютно вот открыто и бесплатно. Итак, давайте с вами приступать. Валютная пара Евро-USD. Попробуем с вами разобраться, что здесь вообще было и что здесь происходит. Мы не будем с вами засматриваться прямо на историю, что было полтора года назад. Нет, мы будем смотреть на интересующую нас область. Вот, например, здесь мы с вами явно можем отметить, что по этому максимуму раз, по этому максимуму два, у нас присутствовал максимум, который не пропускал покупатель еще выше. Именно вот в этом диапазоне у меня произошел слом тенденции. Цена у меня пробила предыдущий максимум. Образовалась новая область, где происходила расторговка. После мой покупатель максимально сильно устал. И цена пошла обратно, ниже, чем вот эти два максимума. Цена пошла обратно, по итогу произошла остановка. Откуда она здесь образовалась? Давайте с вами увеличим эту область и посмотрим более детально, что у нас происходило немножечко до этого. До этого одна остановка, вторая остановка, откатное движение. То есть по всем этим э, ситуациям, вот раз, два, три, четыре, у нас здесь образовалась область скопления объема. Если до этого она у нас выступала в качестве в большей степени в качестве поддержки, то есть движение происходило сверху вниз. В данном случае эта поддержка укрепилась. Движение также происходило сверху вниз, и она сдержала, пусть и сложным пробитием, вот ложное пробитие, это движение. По итогу мы с вами наблюдаем отличнейшее, хорошее, сильнейшее движение вверх. Здесь начинается просто эпопея восходящей звезды под названием евро Давайте посмотрим с вами, были ли у нас достаточно серьезные откатные ситуации. Движение вверх, движение вниз, откат фактически на 100%. Посмотрите, да, 100%. Далее у нас пробивается максимум, откат уже ну, где-то около 35%. Далее, рывок снова на повышение, снова откат незначителен. И вот посмотрите на эту тенденцию. Здесь откат на 100% и после бокового движения. Здесь у меня собирается вся сила на прорыв этого максимума. Происходит просто сумасшедшее новостное движение. И здесь можно словить следующую закономерность. Максимум, 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 максимум. И сумасшедший рывок. То есть, по сути, вот это все, это было накопление к вот этому прорыву, которое очень успешно произошло. Безусловно, мы можем здесь сделать вывод о том, что мой покупатель сейчас под номером один. Даже с тем учетом, что мы уже пытались пробить один максимум. Здесь самая верхняя граница. Зона скопления объема у нас находится чуть ниже. Откат уже произошел. Снова попытка прийти еще выше. И вот смотрите, тенденция вся утверждает нам, вот просто кричит о том, что рассматривать вход исключительно на повышение. И мы так с вами и будем делать. Ведь даже от локальной остановки здесь отлично прослеживается, мы это с вами видим двумя <laughs> нашими глазными яблоками, движение на повышение, так как минимумы здесь повышаются. И вот я хочу вам показать, знаете что, максимально грубый вход, можно не выбирая момента здесь Заработать. Вы сейчас поймете, о чем идет речь: евро, USD-91%, вход на повышение сделок открыто. Мне не нужно выбирать, как-то подстраиваться под эту ситуацию, если я понимаю, что тенденция с полным предыдущим разбором указывает, что да, нужно рассматривать вход в сторону вверх. И все, на что мне нужно здесь обращать свое внимание, это не на конкретную точку входа, именно в данном случае, ведь это по сути демонстрация того, что все будет окей, я в себе уверен, мой анализ супер, ну понятное дело, да, но... Я просто вижу ключевые все вот эти остановки, которые я визуально для вас отображаю. Что у меня находится здесь? Объем ниже что находится объем от всех этих областей я могу заходить на повышение где у меня находится конечная цель вот финиш по сути для моего движения прямо сейчас прямо сейчас я подчеркиваю не через один день прямо сейчас это вот финиш будем пытаться компенсировать это откатное движение движением вот на этот максимум. И вот, конечно, максимум по тени у нас также присутствует. Это не финиш у нас, это просто локальная цель, абсолютно локальная цель. Вы должны понимать, что локальная цель, так же как и ключевая цель, они должны у вас быть на графике. Вы должны понимать, куда твоя цена, вот ваша цена, она хочет прийти. Она же видит конечную цель. Она видит, а вы что не видите? Это плохо. Вы должны ее видеть. Движение на понижение происходит, области скопления пробиваются. Вот у меня здесь очередная остановка. Я понижаю время. 2, давайте, 15. И дополнительный вход в рынок. Сделка открыта. Сделки. Смотрим снова на график. Несмотря на это немалое движение вниз, я просто сравниваю его с предыдущим движением на повышение. Но в то же время, вот посмотрите, предыдущая на повышение попытка была была, присутствовала, а до этого огромное движение вниз, казалось бы, до этого огромное движение вверх, и снова вниз, и снова вверх, то есть такие размеры движения, они абсолютно нормальные. Пробивается низ скопления, пробивается этот максимум, цена доходит до следующей остановки. Хорошо, откаты имеют место быть, но только вот мы с вами... Исходя из того, что мы посмотрели до этого, в среднем мы понимаем, что откат от всего движения занимает в среднем около 30-35 реже 40%. Если мы с вами посмотрим на структуру, мы же с вами смотрим на структуру, вот у нас есть движение на повышение. Можем изобразить это просто в виде свечи. И вот сейчас от этого минимума движения на повышение здесь откат происходит, то есть по сути мы с вами можем здесь это прикинуть, у нас уже откат более 40 процентов, ближе к 50. То есть сейчас мы с вами ждем компенсацию этого движения вниз, ведь в этой области есть и ключевые остановки, области скопления и, в принципе, такая широкая область поддержки. Ждем, когда сюда будет врываться объем и снова движение на повышение. Опять же, по потенциалу, по общему движению, так как движение U, так как компенсация это это то, что происходит всегда. Ведь, э, знаешь, как есть законы Вселенной. Да, часто нам говорят, говорят, что вот, карма тебя настигнет, настигнет и достигнет. Но не всегда, не всегда. Карма достигает именно в тот момент, когда ты думаешь, что она должна достигнуть. Вот, например, какой-то человек что-то сделал плохое, и ты думаешь, вот, да он от этого плохого поступка просто должен быть уничтожен. Но ничего не происходит. Год, два, три, пять. Но спустя пять лет он идет, делает рентген легких. У него там онкология. И получается, бумеранг его догнал. Одно и то же здесь. В моменте времени этот рывок может чуть-чуть запоздать. Но по итогу, когда вы прошли через все области скопления, вы должны понимать, что отмеченные вами на графике остановки, скопления объемов, они в моменте времени не решили ваш анализ, и вы думаете, ну неужели я где-то ошибся, посмотрите более конкретно и сформулируйте конкретикой, где у вас основная остановка-то здесь произошла, от которой произошел основной разворот. Понимаете? То есть не нужно, по сути, разбрасываться огромным количеством областей, которые вы проводите линиями. Отметьте ключевую область, где вы видите основной разворот, который здесь задает тенденцию. Если вы его правильно отметите, как в этом примере, тогда у вас просто в вашей голове уже будет конкретный план действий. Если до этого ну, попытки были, то сейчас вот в конкретной области и происходит разворот, я получаю плюс, и все отлично. В чем мораль этого разбора? Вы можете смотреть то, что было до этого. Вы можете отмечать основные закономерности. И если вы будете использовать абсолютно все остановки, это неплохо. Так и нужно делать, использовать все остановки, стараться отрабатывать вход в рынок. Но самое главное, – это найти основную область, от которой до этого произошел ключевой разворот. Если ты нашел эту область, отметь ее конкретно, выдели, не просто линия, выдели область и от нее заходи в рынок, а не просто от абсолютно локальных остановок. Конечно, здесь был объем, и здесь был объем, и здесь, и здесь, но его было недостаточно для того, чтобы освободить ну, на первый взгляд, абсолютно такое движение без особого объема, против основного потенциала, против основного тренда, но, тренда, но в моменте времени оно здесь могло прям нормально так прижурить людей, которые думали, эй, такого не может быть, движение вниз. Ребят, это видео обучающего формата. Мы рассматриваем структуру. И вот это правило под номером один. В структуре всегда есть ключевая область. И выглядит она следующим образом. Подход цены и разворот, который по сути бросается больше всего в глаза. Его несложно найти, это как в толпе людей, которые одеты в черном, все в черном цвете, черные костюмы, идет девушка в красном платье, как в фильме «Матрица» с красной помадой. Ну, конечно, она бросается в глаза. Одно ну, и то же здесь происходит. Ключевой разворот, который меняет тенденцию, вы на него смотрите, отмечаете и по итогу начинаете свою отработку именно отсюда. Запомнили, закрепили, я надеюсь, что это вам очень пригодится. Старался вам произвести максимально плотный разбор. Ребята, сейчас скажу, что спецусловие переходить за практикой к нам в закрытое сообщество. Вот здесь, кстати, также использование дополнительного входа и закрытия на один пункт. Такое также происходит, поэтому welcome практики здесь хоть отбавляй, а в OTC хоть ну, хоть 142 пункта, но здесь движение просто сумасшедшее. Залетайте. Сейчас все для вас. На связи был Smoke Фикс, Всех обнял, приподнял. По-братски и пока. Yeah, boy.